Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима, я художник и член жюри Golden Time. В очередной раз к моему вниманию было предоставлено огромное количество работ. Работы восхитительные, и хочу отметить, что очень высокий уровень работ. Также начну свою видеооценку с пожелания мира во всем мире, и чтобы ситуация, сложившаяся на данный момент, побыстрее разрешилась. Мои критерии при оценке работ были индивидуальность, художественная грамотность и также, естественно, знание и мастерство. Хочу отметить, что человек, могу сравнить, как Вселенная, глубокая, таинственная, неисчерпаемая. На мой взгляд, чувство прекрасного, хороший вкус – это все свойственно подсознанием, опытом человека. Начну с оценки 9 баллов, и я думаю, также 10 – это высочайший балл, который мною был поставлен. Имен очень много. Еще раз повторю, на этот раз уровень и мастерство художников и творческих личностей просто меня покорило. Поэтому я назову сейчас имена, работы которых мною были оценены максимально, то есть в 9 и 10 баллов. Диана Калиновская, две работы, одна из которых была мною оценена в 9 баллов, «Парусник», «Прозрачность», интересная техника. Офелия Петросян, 10 баллов, абстракция. Асел Уласбек, 10 баллов, натюрморт, легкость, прозрачность, интересная цветовая гамма. Бекзат Жусуров, 10 баллов, пейзаж, городской пейзаж. Дарина Кучерук, 10 баллов, графика, портрет. Милена Жигаленок, 10 баллов, две работы. Анна Бибиничева, 9 баллов, портрет, музыкальное оформление также работы, гитара, замечательный подход. Дарья Куслуцкая, 9 баллов, всего было предоставлено этой художнице 2 работы. Извините, если я неправильно называю имена. Ойстар Малкхасян, 9 баллов. Каролина Луксо. Отмечаю этот творческий подход. Это уникальное исполнение, мной отмечено исключительно. 10 баллов, 5 работ. Пейзаж, морской пейзаж, озеро, зимний пейзаж. Прекрасные, превосходные работы. Наталья Антощук, 10 баллов. Зульфия Будагова, 2 работы, 10 баллов. Катерина Махалаиас, 10 баллов. Закат, морской пейзаж. Диана Струтинска, 10 баллов. Всего было предоставлено этой художнице 3 работы, одна из которых мной оценена в 10 баллов. Вечерний пейзаж. Александр Калетник, 9 баллов, 2 работы. Асел Турсумбаева, 10 баллов. Васченко Светлана, 3 работы, 10 баллов. Украинская тематика. Наталья Поправска, 2 работы, 10 баллов и 1 работа, 9 баллов. Коваленко Любовь, 9 баллов. Марина Николайчук, Светлана Карпата, 10 баллов. Айбенис Зейналова, 2 работы, 9 баллов. Надя Лусаковска, 9 баллов. Виктор Гудзул, 9 баллов. Светлана Пакхалюк, витраж, 10 баллов. Замечательная работа. Мария Паркхалмчук, 10 баллов. Марина Морозова, 2 работы, пейзаж, 10 баллов. Ирина Милек, 2 работы, 10 баллов. Исполнение животных. Ульяна
Ульяна Кухн, 10 баллов, икона. Юлия Плушникова, две работы, 9 баллов. Натюрморт и пейзаж, нежные тона. Интересная цветовая гамма и также техника. Мария Потапова, 9 баллов, натюрморты, две работы. Виктория Дзюба, 10 баллов, украинская тематика. Хочу поздравить, во-первых, всех участников с достойным выполнением всех работ, превосходные темы. Но особенно эту боль, которую я испытала при виде работ с украинской тематикой, желаю всем нам на всей земле мира. Фикриас Арт, 10 баллов. Ирина Карио, 9 баллов. Мозаика, портрет. Наталья Мутнуцка, 9 баллов, две работы. Наталья Югит, натюрморт, 10 баллов, одна из работ. Всего было две работы. Алиса Яцева, 10 баллов, портрет. Айнур Идрис, 10 баллов. Анара Абжанова, 10 баллов, 4 работы. Зимние пейзажи, городские пейзажи. Хохрякова Алена, 3 работы, 10 баллов. Яна Малюха, 9 баллов, 2 работы. Всего было 2 работы, одна из работ, но и оценена в 9 баллов. Татьяна Дегтярева, 10 баллов. И Виктория Старокошка, 3 работы, 2 из которых мы оценены в 9 баллов. И 10 баллов работа, которая меня поразила своей идеей. Просто земной шар. Вселенная, отличная работа и отличная идея. Дорогие мои друзья, на мой взгляд, чувство прекрасного, как я уже сказала, и хороший вкус – это все освоенный подсознанием опыт жизни. Наши чувства, понятия представляют собой реакцию на вполне материальные вещи. Наши чувства, естественно, это искренность, это самовыражение. Каждый человек сложен и по своей природе великолепен, не говоря уже о творческих личностях. Чувство красоты – это отражение очень даже реального мира и очень важного. Естественно, художники – это собиратели красоты. Я пожелаю всем всего самого наилучшего. Участвуйте. Благодарю организаторов конкурса за эту уникальную возможность, которую они вам предоставляют, участвовать и побеждать, проявлять прежде всего свой талант и свои знания и способности. От меня большой привет из Греции. До новых встреч, дорогие друзья. И еще раз повторюсь, мира во всем мире. Творите и участвуйте. До свидания.